Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёрдс, это игра Дарку, третья серия, вторую еще не выложил. Это, наверное, будет максимально атмосферное прохождение, потому что сейчас у меня 0.15, очень темно, все легли спать, лишь одно окно, с которого дует холодным ветерком, странная, страшная ночь, тьма, мгла. Вот, очень хотел все выходные постримить, не вышло, в воскресенье не вышло по состоянию здоровья, в понедельник, вот сегодня понедельник, не получилось, потому что поздно приехал, но решил хотя бы записать, раз стримить не буду. Давайте попробуем, у меня сегодня, если что, 14 уже вторник. Так, давай. Я, господа, поглядел за кадром в запись свою, и мне кажется, что я нашел, куда я положил канистры. Сейчас я попробую это проверить. Также, пользуясь случаем, прошу подписаться на группу ВКонтакте, группу Телеграма и на Бусти, если вдруг кто-то желает. Также, ну, наверное, не прошу, предлагаю, кто я такой, чтобы кого-то просить. Вот, все мы делаем все добровольно. Очень долгая загрузка, хоть игра стоит на SSD. Не знаю, насколько долгая серия получится. Если прям очень сильно затянет, пойдет подольше. Если не затянет, не пойдет, поменьше. Из того, что мы занимались в последний раз, чем мы занимались в последний раз, я опять же не знаю, когда видосы будут выложены. Я помню, что... Вот оно. Семен, Семеныч, какой же ты отбитый, Владос. Слушайте, я, наверное, возьму... А зачем хлеб? Я, наверное, все возьму, потому что я хочу переложить, как бы, нормально. Только фонарь бери, пожалуйста, не трать его, родной. Так, шкаф. Здесь у нас сигнальный факел. Слушай, может быть, мы все в одно место положим, чтобы не было вопросов. В крафтовую штуку сейчас сложу все. То есть здесь у меня, например, вот канистра фуловая, батарейка, например, проволока, в принципе, может пригодиться, металлолома до хрена. Ну-ка, на shift все прикладывать. Веревка, проволока, я не помню, зачем нужна. И сейчас я досок себе напилю, и станет гораздо легче, лучше во все это играться. А кум сюда положим. Так, сигнальный факел, наверное, тоже выложу. Как я уже говорил, постоянно играешь в кучу разных игр. И путаешь между ними управление, это как бы мой косячок. Ну, виноват, господа. Так, можно ли кинуть сюда хлеб? Нет, хлеб могу съесть. Я, наверное, это могу съесть. Хорошо. Возможно, будет немножечко тише мой голос, потому что я полушепотом говорю. Ну, сами понимаете, все спят. Ночная ночь, как-никак. Так, первым делом энерометр. Берем сюда, в руку. Давай за... Можно я, пожалуйста, пилу возьму? Не пилу, а бензин. Давай сейчас вот на 4 заполню. Как-то так, теперь я могу распилить. И у меня доски кончились, но ничего страшного. Вот, теперь я могу крафтить себе. Могу крафтить факела, могу крафтить все. Могу ли я драться палкой? На самом деле очень интересный вопрос. Нет, ни хрена. А я могу хотя бы какое-нибудь оружие себе сделать? Пойдем посмотрим, что я могу с этого всего приготовить. Потому что мне явно не хватает защиты. Нету? Одна проволока? Могу капкан сделать, доска с гвоздями. Вот, смотри, вот давно бы пора. Я бы даже, наверное, две сделал на всякий. Хотя одну возьмем. Все, теперь мы хотя бы можем идти отбиваться. И теперь, если я не ошибаюсь, мы с вами займемся тем, что пойдем, помните... В конце прошлой серии нас приглашали вот сюда, в свадьбу. То есть сейчас мы идем максимально вниз. Я канистру не выложил, да? Да, я не выложил. Давайте сделаем это. Хотя, может быть, просто дозаправим? И пусть... Нет, канистра останется. Канистра останется с нами. Так. Вот так вот сюда. Нормально. Хотя можно и мясо выложить. Я же капканы не беру. Больше ништяков, лучше это всякое. Блин, что-то днем у нас зажарище 40-градусное. Сейчас прям очень холодно с улицы дует. Ну да ладно. Так, доской можно махать прям хорошечно. Бум, шакалака. Я еще на самом деле, знаете, куда хочу сходить? Я хочу еще в этот дом, помните, там был работяга, который попытался меня задушить. Я поддался. На обратный можно будет древесины набрать. Потому что древесина — это не ошибки. А большая беда в том, что я не помню пароль. Пароль от свадьбы, помните? Наш на свадьбу уже позвали. 2708 что-то мне подсказывает в моей памяти. Я, конечно, могу ошибаться. Блин, мне кажется, только в такие игры в такое время играть. Гватари написал. Ну все. Осталось Darkwood допройти. И, в принципе, это весьма здраво звучит.
Древесина. Я, наверное, возьму все, пока есть возможность взять. Потом, если что, выкину, что не нужно. Блин, два чурка. Чурбана. Ну, наверное, не пойду. Не пойду, наверное, возвращаться. Пойдемте дальше до упора. Это что за место? А, это лагерь этого работяги. Так, значит, нам чуть-чуть ниже и левее. Наверное, не пойду, да? Разумеется, Владос, ты что, пройти хотел, пес сутулый? Не тут-то было. Еще потом возвращаться придется. Что-то все размыло, так неприятно, так некрасиво. Эу. Периодически открываю карту, чтобы не заплутать. Опа, олень. Обезвреживаем и забираем. Я думаю, он не очень злой, он должен... Ты что, злой? Ты что, дебил? Дядя, убегать. Так, увижу поле, значит, я пришел куда надо. А если я не вижу поле, то все хреново, господа. Ой-ой, таблетосы. Вкусно. Господи, что так страшно? Что это такое? Это вам? Блин, на самом деле неприятно. Как его съесть? И зачем его есть? Он, наверное, излечить меня будет. Что это? О, прикольно. Жизненная емкость легких увеличилась. Есть предположение, что я пробежал слишком далеко. Вот, нашел. Сейчас, скорее всего, придется альтабаться, чтобы смотреть. Даже нам идти. Инстаграм какие-то оповещения мне присылает. Инстаграм вообще заблокирован. Ты что, Инстаграм? Здесь собака была. Вот она и есть, мать. Ее спустили? Сучара. За это будешь отмудохан, Бобик. Прошу прощения за прерывание. Так, Бобик, мы отмудохали. А, где-то здесь был... Точно была дверь. Я вот только до конца не помню, где. Мамасита, я ждал Мио. Я не знаю зачем, но, наверное, надо было всечь. Я, честно говоря, думал, это что-то вроде призрака. Труп невесты, мама родная. Может, и зря я ее уработал. Она была страшной. Не то чтобы она прям страшная, но я испугался. Я не был готов к таким отношениям. Так, я проверил. В записи 27.08. 27. Что-то крипово, если честно. Блин. Страшный звук. Фонарик, нихера себе. Бутылку не буду брать. Патрон среднего калибра тоже не знаю, зачем мне нужен. Так. Картошка. Мешок с картошкой. Так, это же забаррикадировано, нет? Дверной замок заклинило. Очевидно, ее можно сломать. Блин, слушайте, стрёмно. Пипец, как стрёмно. Брать не буду. Блин, а чё столько всего? Я даже не знаю, что мне оставить. Ну, наверное, доски. Получается, нафиг мне патроны нужны. Их, наверное, продать смогу хорошо. Хлеб только надо было взять. Немножко менеджмент дал сбой. А я хлеб не найду тебя, да? Хлеб возьму. Очень долго менюинг происходит. Экстра долго, я не испугался. Я же третью кнопку нажал, дерьмо. Очень через жопу все работает, если честно. Печь еще пустая. Тал не надо. О. Свинюшка. Блин, прям очень страшно. Простите, что я так это, но... Еще одна. Немножко крипово это выглядит. Сколько там было бензина? Не доглядел. Теперь более приятно. Есть опция выбить ее? Я думаю, нет, я только сломаю палку.
Так что я не буду тратить. Так, только надо поменять эту хернюшку. Ну, инвентарь дай мне, пожалуйста. Вот так вот. Может быть, с другой стороны просто получится зайти. Давайте проверим это. Перейду-ка я на доску. Прошит корешками. О, бензин. Блин, я не знаю, что оставить. Гвозди не могу оставить. Я, наверное, здесь оставлю бензин и руль. Надо запомнить, господа, руль и бензин. Здесь есть. В окошко я смогу влезть, по всей видимости. Погнали, рискнем. Лампа включить всегда надо. Приятно-то как, светло. Тяжело ходить. Ну, очень. Мы... А, ждали. Голова бьется. Я думаю, что сделать тебя. Так, ну, погас. Семен Семенович. Я пошел за досками. Я серьезно пошел за досками. Прям до конца не помню, кто мы. Так. Вы вспомните, где они остались. Вместо магазин давайте. Возьмем доски. Откроем меню крафта. Сделаем пару факелов. Могу сразу два сделать. Хоть бы он стакнулся. Он не стакнулся, петух вонючий. Ну ладно, anyway, это уже два. Это уже два. И это уже неплохо. Так, хорошо, факел погаси, дурачок, не трать его. Его же не так много. Слишком много времени тут трачу, но немножко волнительно, простите. Я, да, наверное, не буду старичка убивать, пусть живет. Рискну предположить. Наконец-то тишина. Так, и здесь я хотел сюда зайти. Вроде спокойно все. Булочка, тряпка. Могу взять. Сигнальный факел пригодится. Кровать двигать не могу. Лампа. Давай двинем, вдруг там опять. Секретный секрет. Но, к сожалению, ничего нет, ведь к счастью. Так, ну получается, здесь мы все посмотрели. Убить его. Я, честно говоря, думал, его можно утонуть будет. Получается, я зря всех поубивал нафиг. Блин, я говнюк. Я прям даже не знаю, что на меня нашло, почему я решил его убить. Ну, территориально здесь тупик. То есть, здесь еще целая канистра. Что я еще могу оставить? Блин, если честно, ничего не могу. Все, я вот думаю, магазин попробовать продать к этому, забежать в лагерь. Как думаете? Ну, там еще пес один опасный. Я вот думаю, имеет ли смысл сейчас туда идти? Обычно еще всякое страшное на обратной дороге происходит. Давай, наверное, выключу, кстати, воду. Воду, свет. Выходя, гасите всех. Вот. Просто мало ли сюда еще возвращаться. Но пригодится, лишним точно не будет. Так. Кто-то еще долбится, слушайте. О! Ай, не могу ничего взять. Ладно, придется оставить как есть. Оставить все как есть. Может тут что-нибудь утонуть? Я тут тоже не бегал уже. Тут вроде выглядит тупиковым. Прям как мое развитие. Очень страшные звуки. Этот персонаж походу задыхается. Но как же крипово он это делает. Блин, наверное, вот так это двинусь сюда. Ой, как комфортно, это вы не представляете. Господи, как же атмосфера игра давит. Это жесть какая-то. Просто безумие. Я вот просто думаю, а насколько я готов? Готов идти к тому пипяке на бой. И я, скорее всего, уже ничего не залутаю. Самое печальное. Ну а по времени еще у нас рано. Опа, это что за место? Слушай, я, наверное, их не возьму. Сюда по-любому надо вернуться. Глянь, сколько лута. Так, это горелая хренотень, нам направо вверх. То есть между домом и усадьбой есть целый лагерь. В теории я могу вернуться, сохраниться, попробовать. Все пожитки принести. Ну, надеюсь, что получится. Я лагерь этого пса потеряла.
Что меня вообще не радует? Так, собака. Показать предмет? Приглашение. Прекрасное мясо. Приглашение на свадьбу, оборотень. Взорвался смехом, а плевав меня вонючей слюной. Это приглашение в тот дом, что стоит в южной части сухого луга. Сколько я себя помню, там постоянно играет музыка. Днем и ночью непрекращающаяся свадьба. Хихи. Оборотень кинул мне обратно мокрый от слюны лист бумаги. Хорошо тебе повеселиться, мясо. Только рожу прикрою, а ни с кем не потанцуешь. Ладно. Почему же сечем ему? Так, сколько это стоит? 50? 20. Что я могу на 70 купить? Могу проволоки купить, чтобы отмычки делать, но часы не могу. Давай, наверное, продадим это. Вот так. 30. Я имею еще 40 кредита. Ну и давай канистру возьмем. Подтвердить. Звучит как план. Так, хорошо. Просто бензина много точно не бывает. И с таким запаком мы вернемся, наверное, сохранимся. То есть сейчас где-то на полпути налево идем. Плохо, что я там до хрена деревяшек оставил. Это мне прям честно обидно, что пришлось выложить. Даже не представляете, насколько. Но альтернативно я бы не взял. Не унес всякое другое. Зато лень позорный, который душит сейчас будет меня. Его заигнорили, как девчонку сутулую. Так... Это что? Это отличный сухой лук. Тут, по-моему, просмотрено уже все. Все залутано до нас, как говорится. Возможно, если немножечко клипить будет микрофон, простите, я немножко попробую отодвинуться. Я стараюсь говорить в желтой зоне, но иногда клипает на красную. Наверное, подальше двинусь. Слишком интимная у нас серия, господа. Я буду щекотать ваши уши своим языком. Почему нет, когда да? Ну, животина орёт. Слышу ее так. Слушай, я прям на карте показываюсь? Или нет? Ну, это моя хата, здорово. Так, я, наверное, канистру просто оставлю. Давай класть, что заимели. Лишний факел лишним не будет точно. Так. Проволока. Лечит. Ну, это хорошо, лечит. Может быть, взять с собой... Хотя тряпки можно скрафтить. Таблетка. Таблетка. Что-то таблетка у нас, пипец. Фонарик я, наверное, пока не буду брать. Батарейка 9 вольт. Еще одна. Гвозди, факел. Сигнальный не нужен. Это, в принципе, тоже не нужно. Я бы на самом деле взял еще одну доску, сделал. Что для доски нужно? Нужны досок. А для досок нужно больше этого. Пойдемте сохранимся. Я ничего не заимел, жаль. Зато сохранение заимел. Еще можно попробовать успеть до низа сбегать. По сути, завалить того мужика в теории. Но мне, зараза, досок нет. То есть давайте сейчас первым делом сходим за досками. Попробуем сделать их побольше. Ну, потому что нужно. Еще за рулем. Ну, за рулем стрёмно идти, блин. Я уже лутал. Доски нужны. Все пусто. Больше бы. Чурок найди. Чурбанов. Во, сюда. Как раз это сейчас распилим, сделаем новую доску. Может, мы бинты еще делаем заодно? Имеется тряпка. А, давай тогда... Все, кончилось. Один бинт есть. Хорошо. Наверное, маловато для такого забега, но я думаю... Или таблеток взять. Потратим это, возьмем таблеток. Давайте так сделаем. И это будет план. Сейчас быстро до дома, быстро делаемся запасную палку. Потому что там сами видели сколько. Сколько существ, с которыми можно биться. Так, сюда. Так. Еще зайдем сюда, скрафтим быстро. Остатки я, наверное, выложу с собой, не буду брать. Вот эту штуку мне, пожалуйста, сюда. Так... Остатки можно было прямо сюда положить. Вот так. Все, погнали. Еще раз сохранимся на всякий случай. В теории я должен успеть. Сходить туда еще раз. И потом совершенно спокойно, без проблем вернуться.
Заодно это с вами мы и выясним. Хотя, по-моему, уже темнеть начинает. Есть у меня неприятное ощущение, от которого я всячески пытаюсь отнекиваться. Просто не знаю, одну серию. Да, темнеть начало. Слушай, что-то быстро в этот раз. Реально темнеть? Или мне кажется? Может, мне кажется, господа? Да ни хрена мне не кажется. Темнеть начало, надо назад топать. Просто если сильно далеко находиться, можно и не успеть прибежать. Снова будем в доме сидеть, ссаться. Ну, благо у нас уже есть чем защищаться. Это, знаете ли, тоже не шутки. Надо часы попробовать купить, всякие батарейки, всякую вот это поменять. Собака какая-то кричит. Откуда она взялась? Малюточная собака. Или будет коротенькая серия. Не знаю, господа, не знаю. Будущее в тумане. Так, ну ждем тогда, наверное. Я вот думаю, может быть... Ну, в принципе, половина еще. Или пойти успеть сбегать. А он будет говорить то, что йоу, братан, надо бы домой сходить. Давайте подзаправим. В принципе, еще не сильно темно. Так, какая-нибудь канистра. Вот это давай. И вот эту чуть-чуть сейчас зальем до фула. Ну, а чего нет, когда да. Так, это мне значит надо еще в инвентарь взять ее. Вот так, поехали. Так, братишка, уже темно, надо бы пошустрее двигаться. Я, конечно, все понимаю. Так, канистра закончилась. А, она вообще исчезает. Я думал, пустые канистры куда-то можно использовать, но нет. Ну, знаете ли, приятнее просто, когда у тебя полный генератор, все вот это вот. Про запас лишний раз. Как раз войдет, да? Ну и давай включаем туда и пойдем. Большие грибы сюда покушаем сейчас. Вкусно. Ой, блин, чем темнее, чем зараза страшнее. Грибы пригодятся. Так, мы побежали домой. Побежали нахрен домой. Не знаю, как эту штуку открыть. Все еще не знаю. Очень хотелось бы знать, но не могу. Так. Все закрыть нафиг. Все подпереть нафиг. Можно я как-то более правильно взять? Не могу. И не получится только так. Ну, как-то так. Так. Эй, стоп. Тут же где-то лампа должна быть, нет? Неужели лампы нет? Пока крафтить нечего, к сожалению. Почему нельзя? Нужно улучшить верстак. Улучшить верстак. 4. Слушай, в следующий раз это сделаем. Надо будет за чуруками сходить, за деревяшками. Обязательно. Так, а здесь у меня дырка, что ли? Подожди-ка. Твою мать. Что за страшный звук? Тут лампа все это время была. А вот интересно, чем больше источников, тем больше света тратится или нет? Ну, все, ждем тогда. Пустая бутылка. Можно сесть на нее, если очень хочется. Сделаю-ка я потише, чтобы не сильно обоссаться, если будут хоррорами меня, скримерами пугать. Все, тогда ожидаем. Ожидаем утреца. Генератор тарахтит, а Владос доволен, а ночью дома сидит. Тихонечко. Носами, ноздрями шевелит. Немножко опасаюсь я. Потому что... страшно, знаете ли. Мать твою. Сюда, сука, рос на рос. Ну-ка, закрыл. Э, что за дерьмо, что так темно стало? Так не пугай меня, пожалуйста, игра. Я просто умоляю. Где какого-нибудь подвоха ждешь?
И мы не боимся. Ну, стараемся не бояться. Пододвинуть хотел на самом деле. Может, сквозняком открылось, я не уверен. Волнительно, волнительно. Просто если за деревяшками идти, то я очень много времени потеряю. Прям очень много времени потеряю. Прям реально день потеряю. Хотя, с другой стороны, а что еще тут делать? Это что за свечение, мать его? Вы же видите? То здесь, походу, грибы образовались. Ну да. Лампочка. Не надо, пожалуйста, малютка моя. Какие-то сгустки появляются. Страшные звуки появляются. Мы стараемся не бояться. Блин, что так крипово, господа? Давайте мы больше не будем в эту игру играть, пожалуйста. Это экстра страшно. Музыка какая-то вообще жуткая. Я еще знаю, в какую-то ночь пипяки должны нападать. Это прям 100%, я помню, было. Готовлюсь всекать. Давай, уже утро, и все хорошо, игра. Просю. Милости просю, к вольному соласю. Затянутый ночи немножко, прям очень долго. Уже и системник в космос лететь хочет, потому что жарко ему, бедному. Наверное, я на этом закончу серию. Ну, после того, как день настанет, если все нормально. Потому что еще один день делать это достаточно долго будет, мне кажется. Плюс я тут в этой жарище не просижу еще полчаса. Снова какие-то сгустки везде. Слушайте, интересно, фиксировано ли время ночи? Или какая-то ночь может быть длиннее, какая-то меньше? Может, надо двигаться, чтобы ночь двигалась? Непонятно. Просто когда ночь закончилась, там было написано, что время не двигается. Но по ощущениям день был короче в этот раз, в этот забег. Ну, вроде пережили. Сейчас я могу двигать? И кровать не могу двигать. Ну, все тогда получается, спаслись. Можем разбаррикадироваться. Кто говорит? Мать моя. Это что такое? Же ярко ночью сидишь прям, а по глазам. Ты кто? Ну, не хочу опять человека втекать. Наверное, видение какое-то было. Мне кажется, я зря всех убиваю. Простите, если я не прав. Торговец, здорово. Мужчина с облегчением, тяжелый мешок. Показать предмет. Что у тебя есть, дружище? Слушай, у него экстра много вещей. У него есть часы. И вы знаете, я бы такой, чтобы попробовать у него часы купить. Если он не против. Я хочу в печь сначала зайти и кинуть эту штуку. Угу. Плюс штука. Так, пойдем генератор первым делом выключим. Торговец вроде бы быстро не уходит. Ну-ка. Вроде бы приятный день. Вот видите, типа времени идет. Остановка времени. Здесь что за ночью появилось, помните? А что, все в корнях каких-то? Когда я свечу, этого нет. Когда не свечу, есть. Какая-то лютая дичь происходит, если честно. Могу пролом починить? Не могу. Мне еще животина в дверь пытается зайти, мне от этого очень страшно. Постоянные посторонние звуки. Так. Будем пробовать вымениваться с ним. Например, я хочу две батарейки поменять на что-нибудь.
меня и ткань есть, у меня и флешлайт есть, металлолом есть, могу таблетку ему дать. Чисто на часы. Но согласитесь, не будет лишним. Торговать. Могу. 25. Слушай, мне не хватит. Тут 50. Тут 3 жды 420. Могу, конечно, попробовать. 120. 170. 220. 310. И я беру. Слушай, тут еще лезвие топора, штык лопаты, ё-моё. Я часы хочу. Где часы? Часы. Доски. Минус 20. Подтвердить? Подожди, то есть я еще что-то могу в запас взять? Подожди, правильно ли я понимаю, что я, например, беру и хочу у тебя купить пистолет, можно сделать. Могу спичку одну купить. Я все это время мог у него купить? Охренеть, за бесплатно. Так, ладно, что у нас есть часы теперь? Что? Это время 8 утра. Отлично. Ну, по всей видимости, я их должен с собой носить. Я тут чихал, прошу прощения. Так, нам еще одну доску нужно туда. Или у него не было? По-моему, братишки не было. Доски кончились. Ткань 450. Охренеть, у него цены. Давай еще досочек, братан. Просто взял, забрал доски у него за халяву на халяву. Просто потому что могу. Теперь я могу улучшить верстак. Во, смотри, что умею. Бутылка с газом. Пустая. Гриб какой-то. Пистолет. Коктейль Молотова. Коктейль Молотова. Лампа. Круто. Ячейка инвентаря. ПБД. Это что? Панели быстрого доступа, либо инвентарь. Давай инвентарь лучше. Все, теперь у нас чуть-чуть больше стало. Великолепно. Доска. Это можно выложить, кстати. И аккум, и доску. Ну что ж, какая-никакая победа, дамы и господа. Давайте на этом тогда замечательном моменте мы, наверное, закончим. Пишите комментарии, буду рад почитать. А пока что на этом будем заканчивать серию. Если вдруг что, можете подписаться, если хотите, на группу ВКонтакте, в Телеграме и на Бусти. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.